Что бы Саратову подарили, будь такая возможность? Блин, так сразу и не отвечу. Саратов, вы это не опубликуете. Мы бы подарили хорошее настроение и улыбку. О, как всякие горожане, наверное, большую любовь. Больше радости и чистоты. Чистоту с языка сняла. Саратову я бы подарила новое руководство. Я бы починил бы все дороги, которые убиты и все. Дороги нормально подарил бы. Ну, дороги, канализации, это относится к мусору. Дороги бы пошире, блин, чтобы проезды были, ну, более современные. Ну, в принципе, преображается. Дай бог, чтобы дальше так было. Чтобы я еще подарил? Ну, у нас вот мэр сейчас хороший пришел, я бы ему подарил бы больших возможностей, чтобы у него все реализовалось. Кстати, все очень хватает по сравнению с нашим городом. Чего мне лично не хватает в городе, это спортклубов хороших по доступной цене, особенно это студентам. Они знают, что иногда бывает материально сложно. Больше детских развлекательных вот каких-то островков, площадок. А их тоже нельзя забывать. Возможно, больше развивающих комплексов, там рисование, художественные школы. Почему бы нет? Гимнастика, аэробика, акробатика. Фонтанов бы я бы хотела побольше. Может быть, фонтанов маловато. Побольше музеев, побольше фонтанов. Побольше бы маршруток, автобусов сделал бы. Ну, больше, наверное, транспорта, чтобы всем было удобнее добираться утром на работу, как минимум, или в школу. Метро было бы неплохо. И получше линия развязки этих общественного транспорта. Основной трамвай, может быть, чтобы быстрее построили. Какие бы могли быть пожелания? Ну, если я не ошибаюсь, он уже должен был быть, скоростной трамвай. Уже ошибаюсь. Давно. Да? Я смотрю, все носятся уже, да? Все катаются очень быстро, ездим, перемещаемся. Больше зелени, больше улыбчивых людей. Часы, городские часы, красивые городские часы. Здесь все вроде благоустроено, очень красиво, архитектура прекрасная. Часов нет. А из-за чего такой подарок пришел в голову? А вы знаете, я всю жизнь живу здесь, в Саратове. И вот что-то хорошее. Но почему-то это хорошее случается только тогда, когда туда вмешивается наш уважаемый Володин. А сами руководители города Саратова почему-то никак не могут сделать что-то сами. Я бы оперный театр еще подарила нашему городу. Я бы его вернула, оперный театр. Если сейчас его не законсервируют, он эту зиму просто не переживет. Надо только заниматься реставрацией, конечно. Город, по нему можно историю архитектуры преподавать. Есть современные, сталинские постройки есть. То есть все архитектурные стили есть, мало где встречаются. А вот отреставрировать, конечно, хотелось бы. Я бы на самом деле бы сделала больше радости бесплатно, от души, щедро. Поэтому, дай бог, я когда-нибудь буду руководить Саратовом, если это сбудется. Я буду радовать каждого жителя этого города прекрасного. В Саратове столько мест приложения денег, что одно место выбрать сложно. Я думаю, что все нужно делать из любви, потому что когда все из любви делается, тогда места находятся правильные, деньги находятся, все остальное прочее. Как-то так. Да не надо ничего не строить, надо порядок привести в город. Просто привести в порядок, убрать сломанные дома, разваленные, больше скверов, больше спортивных площадок. Мирного неба, главное.